творческого состязания. Конкурс «Юный музыкант» проходит второй раз на сцене детской музыкальной школы номер 1 при поддержке Департамента культуры, спорта и молодежной политики города Новосибирска и имеет статус регионального мероприятия. В конкурсе участвовали 198 исполнителей на разных музыкальных инструментах из 33 образовательных учреждений города Новосибирска и Новосибирской области. И сегодня мы подводим итоги нашего конкурса, чествуем наших участников. И по традиции наш конкурс завершается гала-концертом из самых ярких номеров участников. Thank you.
Thank you.